Дорогие друзья, вчера прочитала ВКонтакте, что на ночь можно, оказывается, есть продукты. Какие? Думаете, что можно есть? Я даже удивилась, когда это прочитала. Можно есть суп, можно есть рис, темный шоколад, миндаль и... Так, пятое то, что я сказала. Пятый продукт забыла. Финики? Нет, не финики. Так, не могла я вспомнить пятый продукт, который можно есть и после шести на ночь. Это тыквенные семечки. Самое простое. Вот, решили попить чай. Сегодня купили печенье. Крекер с кунжутом, семенами льна. Это печенье уже покупаю второй раз. Первый раз брала на пробу. Очень понравилось. Постный продукт, без сахара. С высоким содержанием омега-3, источник витаминов, минералов и без пальмового масла. Вот давайте я сейчас открою и посмотрим, что за печенье мы здесь купили. Где ты его покупала? Я его покупала в Северном Градусе. Раньше я его никогда не брала, а тут попробовала. И мне понравилось. Вот такое оно. Смотрите, маленькое. Похоже на галеты чем-то. Но вкусно, очень приятно. Попробую. Мягкое. Свежее? Очень мягкое, да? Mm-hmm. Свежее. Mm-hmm. Покупайте и пробуйте. Вкусное печенье. Вот кому конфет с чаем нельзя, очень хорошо с чаем. И дешевое, главное. 28,50 всего стоит. Нам, пенсионерам, это очень выгодно. Да вот рукава подшиваю пальто. Целый год, если не больше, висело у меня в шкафу. Решила, что хватит. Надо носить. Весна наступила уже. Вот, готовлю пальто свое. Хотели подклеить рукава, они не подклеиваются. Толстый драп очень, да, приходится... руками подшивать. Сейчас померяешь, оденешь? Да, померю, вон один уже сделала. Вон, хорошо уже получился один. Ну как, сейчас второй сделаем. И померяем. Весна наступила. Скоро поедем в деревню мы. Опять на все лето приедем, в сентябре только. Лиска, собака наша, кошка. Мы с отцом, целая веселая компания, опять будем в деревне там тусоваться. Поедем в деревню, будем для подписчиков своих видео снимать. Не какая надо. У нас там интересная жизнь. Чай пить. Чай пить, как мы чай пьем. На родниках ходим, баню нашу снимем. Зачем? Нашу деревенскую жизнь. Не надо. Так что ждите наших новых видео интересных. Порадуем вас. Все, уже закончила. Оцените. Все. Пальто наше готово. Будем носить. Рукавчики подшиты, низ подшит. Буду ходить красивая. Пишите, как вам мое пальто.